Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Изобретательным людям не нужно прибегать к услугам дорогих мастеров и следовать по пути стандартных решений, когда на улицах можно найти поддоны, жестяные банки, пластиковые бутылки и, конечно же, шины. Одна женщина мечтала иметь в своем саду пруд, и ей пришла идея найти новое применение материалу, который можно найти у каждой помойки. Для начала запаситесь шинами разных размеров. Эта умелица использовала 3 шины разных размеров, но у вас их может быть больше или меньше, по желанию. Положите каждую шину на место, которое ей предназначено, очертите колышком, а затем выкопайте для каждой яму, чтобы она свободно там помещалась. А верхняя часть находилась бы на одном уровне с песком. С помощью острого ножа или болгарки аккуратно срежьте верхний край. Площадку нужно хорошо выровнять с помощью уровня, чтобы она была идеально горизонтальная, и залить раствором, который не будет пропускать воду, поставить в него шину. Теперь осталось только выстелить дно клеенкой, довольно прочной, чтобы прудики прослужили дольше. Закончив техническую часть, можете переходить к творчеству, оформляя ландшафт по своему вкусу. Подливать воду можно из шланга, но провести трубку с краном к каждой шине совсем не сложно. А вам понравилась идея сделать пруд из шин? Делитесь своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.